Приветствую на канале Armatic My Life и армфайт между Артуром Макаром и Янгеном Терзи. Очень интересный армфайт так подобрали. И получается, он проходил в Стамбуле. Видно, что Макарова пригласили. И он приехал, чтобы сделать красивое шоу. И так хорошо подобрали еще спортсменов. Потому что, действительно интересно. Артур интересен своими руками огромными. Янген, как опытный спортсмен, очень довольно сильный и давно выступающий, опытный. И, конечно же, я им хотел, чтобы побеждал он в этом армфайте. Но карты сложились по-другому. И что вышло, то вышло. Увидите в конце. Так, первый поединок был за Артуром, Энгином. Второй поединок начался. Фол, как видите. И Артур, он его такая своеобразная борьба, он обычно вот так стоит, выжидает, смотрит. Вот, держит кисть крепкая, руки огромные. Поэтому очень интересно. К слову, если вы не знаете, Артур ломал руку. После этого, как восстановился, начал еще лучше бороться. То есть то же самое, как у Залоева, он же тоже рассказывал, что он руки ломал. Вот. И самое интересное, что... Вот, хорошо, видели, как Энгин просто резко бах-бах-бах пробил. Артур не ожидал. И немного верхом в бочину так зафигачил. Вот, получается 4-1. Так, показывает борьбу. Вытягивает верхом, пытается. И на себя потянул. И победил. Так вот, Артур интересен, конечно, своими огромными руками. Я еще в 2012, если не ошибаюсь, видел. Он уже довольно большой был, по юношам выступал. Но, конечно, он был намного слабее. Ему, конечно, нужно развиваться так же, как он как Жох развивался. Больше пиара и тому подобное. Как-то, чтобы Мазуренко его под крыло взял. И довольно будет интересный спортсмен. Но уже даже интересно... Артур Макаров сам по себе интересен. И даже вот его, то, что пригласили бороться, это уже показывает, что вот парень интересен. И он довольно-таки, кстати, в последнее время, вот 2-3 года уже побеждает на чемпионатах мира, Европы. То есть молодец парень. Терзи бывает, пишет статьи в Armpower. Довольно интересные такие, его опыт хороший, он может поделиться каким-то мнением. Поэтому такая парочка интересненькая попалась. Вот. И теперь мы смотрим, что просто Артур имеет выносливость получше. Кисточка крепкая. И, конечно, Терзи тяжело что-то предпринять против его. Посмотрите разницу в руках. Просто огромнейшее. Самое интересное, что и предплечье, и плечо, они довольно внушительные размеры. Интересно даже знать, какие. Если кто знает, напишите в комментарии. Итак, заканчиваем видео. Смотрите новости, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду комментировать. Всего доброго, пока!